А что у вас там? Что у меня где? Ну, там блестит у вас что-то. Значит, массаж. Без интима. Работаю. Получается, что я гей. Понимаете, я подарок хотела сделать мужу. Как вы думаете, ему понравится? Но удивится наверняка. Ну, теперь мне и уродины тоже нравятся. Вот у меня была одна лилипутка. В цирке работала, халахупщицей. Как вы с ней? Ну, поначалу боялся, как бы не повредить. И оказалось, что там у нее все ого-го.